Здравствуйте! В эфире программа «День города». С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Странная охота. Губернатор уволил своего заместителя. Детей не обидим. У трех детских садов снова возводят ясельные пристройки. Бегущая «Динамо». В поселке Сынтул прошел масштабный легкоатлетический кросс. Губернатор Рязанской области Николай Любимов уволил своего заместителя Михаила Семенова, назначенного всего месяц небольшим назад, 7 сентября. Об этом глава региона сообщил на своей страничке в социальной сети. Цитата: «Трудовой договор расторгнут на основании ряда пунктов служебного контракта, связанных с допуском в гостайне». Об инциденте, который предшествовал громкой отставке, как о возможной причине, мы рассказывали неделю назад. И собрали все слухи и домыслы из соцсетей. История с увольнением Михаила Семенова уже как притча, ушедшая в народ. Понятно, что официальная формулировка отставки из-за допуска к гостайне звучит довольно странно, не кажется ли вам? Когда и каким шпионом в Рязанской области мог разгласить важные сведения всего месяц отработавший вице-губернатор, наверное, так и останется тайной. Официальные источники многого нам не скажут, поэтому по вполне понятным причинам мы обратились к неофициальным. Первым о дикой охоте с участием Михаила Семенова возле деревни Борец Сараевского района заявил один из авторитетных телеграм-каналов ВЧК УГПУ. Сообщалось, будто бы даже они причастны к незаконному убийству лося на 300 килограммов. Эту новость подхватили электронные СМИ региона, но поторопились с формулировками. Дескать, Семенова и руководителя управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской области Олега Наумова задержали силовики. Следственный комитет выдал опровержение. Никто никого не задерживал. Да и на рабочем месте оба персонажа появились. Дальнейшая хронология стремительна. Экстренное возвращение Николая Любимова из отпуска, увольнение Семенова в тот же день. Почему все так быстро? У неофициальных источников есть своя версия, о достоверности которой вполне можно и подискутировать. Итак, после той самой дикой охоты силовиками не были обнаружены ружья, из которых велась стрельба. И только после подключения экспертов-криминалистов, дескать, оба карабина были найдены в одном из местных озер. Подчеркнем, все это информация неофициальная. А вот цитата заявления Николая Любимова с его странички ВКонтакте. «Люди, имеющие статус государственного служащего, особенно занимающие такие высокие должности, обязаны соблюдать целый ряд ограничений. Те, кто в любой форме нарушает эти ограничения, работать в правительстве области не должны. Прошу это учесть всех, кто хочет остаться в нашей команде». Конец цитаты. Подходящая формулировка для увольнения? Решайте сами. Максим Васильев, телекомпания «Город». Сразу у трех детских садов Рязани сменились подрядчики, которые занимались созданием пристроек. Причина банальна – недобросовестность. Впрочем, сейчас работы возобновлены. Сроки их окончания оценил губернатор Рязанской области Николай Любимов и Валерий Седов. Ну, с той стороны уже асфальт выложили. Это сейчас в детском саду номер 99, что на улице Гоголя, кое-где есть и асфальтовая дорожка. Установлены бордюры и утрамбован щебень перед укладкой. А всего месяц назад эта пристройка представляла из себя практически пустой короб, без ограждения и дорожек. В таком состоянии садик бросил прошлый подрядчик. Торги-то он выиграл, однако вот работать не торопился. Из-за тонкости законодательства контракт со строителями разорвали не сразу. И только в середине сентября к работам приступила новая фирма. Сроки у нас до 20 декабря, до конца года фактически. Вот сейчас выполнены у нас на 100% фасадные работы, вставлены пластиковые окна, кровельные работы сделаны, благоустройство, где-то уже половину мы прошли, сделали, ограждение по периметру, завели теплотрассу в здание, на этой неделе запускаем отопление, активно переходим внутрь к отделочным работам. Сейчас основной упор подрядчик делает на благоустройство внешней территории. Нужно успеть до первых холодов. Осталось доделать асфальтовые проезды, тротуар, установить детские комплексы и резиновые покрытия. Параллельно идет и внутренняя отделка. В ближайшее время обещают уложить напольную плитку и провести коммуникации. Ход работ под строгим контролем. Деньги в основном федеральные. Многим подрядчикам требуется помощь. Тоже мы стараемся совместно с правительством Российской Федерации решать этот вопрос, потому что действительно цены подорожали на многие материалы. До 40% подорожания по всей стране. И, естественно, мы стараемся изменить конкурсную документацию и проектно-сметную документацию, пересчитать те материалы, которые возможно, добавить деньги эти. Когда заключили договор с новым подрядчиком, то пересчитали и сумму. Денег пришлось добавить. Притом 99-й детский сад не единственный, на котором сменился подрядчик. 110-й тоже пострадал. Один и тот же застройщик занимался сразу двумя пристройками и обе не завершил. Теперь опора занимается и 110-м, и 99-м.
Работы идут параллельно, по графику. Другой подрядчик взялся достроить 136-й детский сад. Обещали все успеть в срок. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани изменят движение маршрутки номер 96. Об этом сообщила глава администрации города Елена Сорокина. Она проверила дорогу на улице Гоголя. Там идет ремонт участка в 550 метров от БСМП до пересечения с улицей Черновицкой. На данный момент здесь полностью заменили покрытие проезжей части, а после завершения ремонтных работ нанесут разметку и установят знаки. Сорокина поручила привести дорогу в порядок, а управление благоустройства должно усилить контроль за исполнением. Одна из проблем, которая здесь должна быть устранена – неровности тротуара. Также здесь сильно разрослись деревья, которые мешают движению транспорта, пешеходов и ремонту дороги. Отмечается, что участок осмотрят специалисты совместно с экологами и при необходимости удалят аварийные деревья. Мэр Рязани добавила, что управление транспорта подготовило предложение по изменению движения маршрута номер 96. Власти предлагают сделать БСМП конечным пунктом маршрута. «Динамо бежит». Под таким лозунгом в поселке Сынтул Рязанской области представители областного одноименного общества провели легкоатлетический кросс. Юные динамовцы пробежали свою дистанцию с рекордными для себя результатами. Об остальных итогах Герман Гущин. Юноши возрастной группы 14-16 лет сейчас на дистанции. Когда «Динамо» бежит, бегут все. Эту крылатую фразу из фильма «Джентльмены удачи» вполне можно было бы применить к стаерскому забегу в поселке Сынтул Рязанской области. На старт легкоатлетического кросса вышло более 250 спортсменов из 30 городов России. Самому старшему участнику забега 63 года, юному 7. Молодежь бежала 800 метров, старшее поколение – дистанцию от 1 до 2 километров. Сколько хватало сил? Потому что победа в «Динамовском» забеге была не главной, важнее привлечение молодых для повышения престижа правоохранительных органов. Любопытной особенностью кросса стала лотерея. Конкурс на удачу проводился среди всех участников. Главный приз – гироскутер. Награждали спортсменов также купонами на покупку спортивного инвентаря и экипировки, сертификатами на посещение мест активного отдыха, а также бейсболками и футболками с изображением логотипа спортивного сообщества «Динамо». Напоследок для всех участников фестиваля культурный центр УМВД подарил зрителям незабываемый концерт, где исполнили мировые музыкальные хиты и композиции известных исполнителей. Герман Гущин, телекомпания «Город». Свой первый юбилей десятилетия отметило агентство недвижимости «Витта», которое представляет риэлторские услуги в городе Рязани и Рязанской области. На праздничном мероприятии риэлторов их поздравили надежные партнеры и клиенты – самые крупные банки города. В агентстве недвижимости «Витта» на Дзержинского 64/1 обычный рабочий день. Вернее, не совсем обычный. У компании первый значимый юбилей – 10 лет. Но в офисе все по-деловому строго, потому что подводить своих клиентов здесь не готовы даже в свой праздник. Четкость и пунктуальность – деловое кредо компании. На протяжении всех лет «Витта» оказывает бесплатную юридическую помощь при покупке и продаже недвижимости. И это сегодня весьма важно. Мы на рынке недвижимости отработали 10 лет. Мы оказываем услуги нашему населению по продаже объектов недвижимости, по аренде объектов недвижимости. Нежилые помещения продаем, значит, земельные участки. Ну, собственно говоря, все, что связано с недвижимостью, мы это проделываем. Дипломы и поздравительные письма от надежных партнеров Сбербанк, ВТБ, ПСБ и Россельхозбанк были вручены руководителю в праздничный день. Их статус – статус ключевых игроков в банковском секторе уже говорит о многом. Связка с кредитными организациями – показатель надежности агентства недвижимости. Своеобразная гарантия безопасности. Агентство недвижимости «Витта» – это надежный партнер, который всегда оказывает высококачественную услугу. Многие люди еще не верят в профессию риэлтора. А агентство недвижимости «Витта» – это живое доказательство, что это очень серьезная профессия, которая нужна людям. Очень хочется поздравить агентство «Витта». На протяжении долгих лет мы с ними работаем. Соответственно, 10 лет – это долгий срок для любого агентства недвижимости. Я рада, что «Витта» развивается, пополняется, скажем так, у них коллектив. Желаем дальнейшего роста, дальнейшего развития, стремительного развития, успехов, легких клиентов. В этот день от партнеров, клиентов и работников агентства недвижимости звучали в адрес руководителя Гулиной Ольги самые теплые и добрые слова.
Положительные отзывы подтверждают, что сотрудники работают на совесть и всегда с пониманием относятся к каждому клиенту. Стоит отметить, что 10-летний опыт работы в данной сфере недвижимости, он говорит уже сам за себя. Это стабильная организация, это надежный партнер, который позволяет иметь надежные, крепкие взаимоотношения. Мы рады, что они есть на нашем рынке, мы рады, что мы можем с ними работать весьма плодотворно, интересно. И самое главное, пределов и совершенства его нет, и мы понимаем, что у нас есть общий рост, есть общие точки для роста, по которым мы работаем, следуем и будем работать. Партнерство, конечно, заключается в нашем взаимодействии. Клиенты обращаются в банк за ипотечными кредитами, а агентство недвижимости, конечно, выбирает объекты недвижимости. Конечно, хотелось бы пожелать процветания, дальнейших успехов в работе и, конечно же, плотного сотрудничества с нами, с банком. Мы всегда поможем. Работа риэлтора заключается в полном юридическом сопровождении сделки и организации всего документооборота. В общем, если вы уже задумались о продаже или покупке квартиры, то лучше довериться профессионалам, таким как Вита. Наша основная работа – это помогать людям. Помогать людям находить то, что им хочется. Это основная работа риэлтора. Что им хочется? Вот знаете, люди бывают абсолютно разные. Кому-то хочется замок, а кому-то хочется домик в деревне. Вот мы работаем под их потребности. Офис агентства Надержинского 64/1. Если вы готовы, его двери всегда открыты. С 8 утра до 5 вечера. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно о событиях нашего региона вы можете узнать на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи.